В рамках празднования Дня города местная федерация пауэрлифтинга при поддержке администрации города для всех любителей силового спорта провела турнир. Первое. В истории города битва богатырей проходит в парке культуры и отдыха. Помосты разместили прямо под открытым небом. Любой желающий может проверить свои силы в жиме лежа. Вообще в Артеме много людей, которые занимаются пауэрлифтингом? Ну, у нас, да, достаточно много. В 2013 году команда Артема составляла 5 человек, сейчас это за 35 человек. У нас есть свои профессионалы. Турнир был любительский. Поклонники железа с энтузиазмом поддержали такое начинание. Еще до начала тренировочные помосты окружили участники. Необходимо разогреться перед толчком. Ведь дается только одна попытка, чтобы взять вес. Волнение у участников очевидно. Многие выступают в первый раз. Ребята в первый раз пробуют свои силы как силачи. Здесь нету категорий. Все сражаются среди мужчин в абсолютной, в одной категории. Кто кого сильнее. Женщины точно так же, девушки и юноши. То есть они на самом деле показывают свою абсолютную силу. Пауэрлифтингом активно интересуются девушки. Маргарита Качалова год тягает железо. Она член сборной города. Но свои силы пока оценивает скромно. Максимальный вес, который поднимала девушка, 57 килограммов. Здесь хочет замахнуться на большее. Я не знаю, у каждого спорта есть свои нюансы, которые человека завлекают. И то же самое в этом виде спорта. Жим лежа и становая тяга. По этим дисциплинам состязались тяжеловесы. К сожалению, вес не засчитан. С первого взгляда спортсмен сделал все правильно. Но нет, попытку не засчитали. В пауэрлифтинге жесткие правила. Любое неправильное движение, к примеру, лопатками или ногами, нарушение. Но Александр Караваев легко справился с заданием. Ну, это мой вид спорта. Он придает мне сил, уверенности. Счастье самое главное. Пока никаких таких завышенных планов нету. Пока артемовские богатства.